Tabourette. How did you even pick him up? Yes, you can choose this cannabis. He can't even understand when you talk to him. Sorry, my translate. Huh? My translate. Ну, я плохо говорю по-английски, понимаю. Я могу им не то сказать что-нибудь. Случайно. Ну, знаешь, то есть я плохо говорю по-английски. Так, я плохо говорю по-русски. Нет, ты более-менее. Ты чё, я вот откровенно вообще английский не знаю. А ты не учился... В школе учил. Да, я потом память потерял. И вот теперь я такой. Какой я есть. Смотри, крутые зубы? Зубы. Нормальные? Так вот, прямые, ровные. Это вставные. Мы их выбили. Мы их прямо взяли и выбили. Знакомый собутыльник из России. Ты тоже? У тебя тоже выбиты? А, у тебя свои. Я бы тоже, может, ты врешь, я не знаю. Так вот, вода лежовые. А, я без зубов год ходил. Вообще год. Только через год мне поставили зубы. То есть там такой страх был, ой. Все девчонки Амстердама были бы по скидке. Как в Икее. Дороги тут крутые, поля крутые. Классно. На пикник бы сходить. Знаешь пикник? Пикник. Ну пикник там это. Мужчина с девушкой идет с пикник. Как реклама. Как реклама. Там завтракают, ужинают, потом дети у них появляются. А это что за город? Справа. Рай. Город. Ну, как... Я не знаю. Не знаешь? Как зовут город? А, ты не местная? А? Ты не местная? Немецкая? Нет, не местная в смысле. Ну, как бы... Не здешняя, ты не из Франкфурта? Нет. У нас там много слишком слов вообще в русском словарном запасе, да? А вот у вас мало, поэтому вы забываете иногда. Что ты мне не видишь? You drink водка? Я тоже. Не сейчас. А вообще пьешь водку? Пью водку. Ну, на месте. Я знаю, как тебя разубедить. У меня я там Путинка. Я же говорю, Дмитрий из России привез. Так что можем разбить. Я не хочу. Ладно. Парню твоему сколько лет? 32. А тебе 22? 28. А, 28? Да. Запутаться в цифрах. Я же не Альберт Эйнштейн, чтобы помнить все в цифре. Я русский парень из Москвы. А тебе сколько лет? Мне... Барабанные дроби. А? Барабанные дроби. Ту-ду-ду-ду. И скажи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. А дальше что идет? Если я скажу, что мне 16, ты мне не поверишь.
16. Мне 22. Я молодая кровь. Чем там заняться будет. У меня, кстати, есть друг в Аномас, ему тоже 28. Он видеоблогер. Он как бы видео там делает, все такое. Очень даже интересно. У него видео обычно по часу, по два. У вас нормальная прическа. И так. Прикараш видеть. Что? Ну, хорошая прическа, в смысле. Прическа? На волосы на голове. Волосы на голове. Такая шляпка. О, это что? Вода? Какая? Путинку вот так вот, самогон. Ну, смотрите, почему ты самогон там пьёт. Ещё и в Астриде. Ну-ка, проглотила? Ну-ка, покажи рот. Проглотила ты? А. Не, ну тут вообще так-то цивилизацией пахнет. Ну, поля тут, конечно, ужасно. Не, их много здесь очень. Много чего не заселено. Территория вроде как большая, да? А домов мало. Могли бы больше сделать этих самых. Стриптиз-шоу вот этих. И пип-шоу, и там это, на вызов, как это самое, с доставкой. Мало таких заведений. В Амстердаме, по идее, как больше. А, кстати, как же Евровидение, кто же взял в 2010-м немка? Помнишь я? Что? Немку в 2010 году, которая взяла Евровидение. Елена Майс или как-то там? Елена Немка? Елена Майер, вот, Лена Майер. Евровидение детское. Вот. Собственно, это я ее напевал сейчас. Как вы не знаете победителя? А, ты же не местная, точно. Вопросы исчерпаны. Вопросы только к ним. Типа, чуваки, как здесь? Елена Майя в 2010 году. Фиксис-бус. Что такое фиксис-бус? Это... Фликс-бус. Это что? А, по бусам, что ли? Бус ходит сюда. Амстердам, Дуварина, Дуфрэнкфурта. Грузовая машина. Машина, бус, машина. Самоход. Самоход? Ты по-русски. Знаешь самоход? На ослике, конечно, знаю. На котором еще Санта-Клаус ездил. А, нет, по-полоски самоход, это самоход по-полоски. Русский язык. Понятно. А
Да, я автомеханик. Я то есть понимаю в машинах, как вот карбюратор и конденсат. Что это такое? Вот, видишь? А я знаю. Так что не спорь, я автомеханик. Великий. Великий автомеханик. Это сарказм.